Привет, друзья! Меня зовут Виктор Кириакиди. Я приехал из Николаева, мне 28 лет. Делайте светлую музыку, даже если вы носите черную одежду. Я верю в знаки, и в моей жизни был определенный знак. Мне сказал человек предсказание. У меня появится жена, ребенок, а потом появится еще и музыка. Парень поет, вива, в общем, победа, 5. Цифра 5. Для меня это ничего не значило. И тут я встречаю девушку, которая становится моей женой. У нас не было ничего. Ни связи, ни возможностей. Но у нас было очень огромное желание. Я думаю, а вот сейчас момент музыки должен прийти скоро. И тут появляется конкурс. И мне говорят, «Голос Украины» 5-й сезон. Сейчас я поставил все на участие в «Голосе Украины». Я в это верю. Это свершится. Это сбудется. Це як я зі Златою по парку гуляю, теж так завжди ховається шаликом, щоб мене не впізнавали. Ой, який класний наш Віктор! Він як ніби комп'ютерний герой. Він же пише Потап біографію. Найяскравіший момент мого життя. На сцені співав Віктор. Всі танцюють, всі піднялися. Звичайно. Какой прикольный прикидон! Возьми в один из твоих бисайд проектов. Твоя людина, реально. А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Виктор. Вы скрываетесь от милиции? Почему черные очки? Нет, я не скрываюсь. Просто черные очки — это, как сказать... Часть имиджа вашего. Часть имиджа, да. Скрыть мои уставшие глаза. А чего вы устали, расскажите нам. Глаза устали, а душа не устала. А где вы работаете, расскажите? Ну, я музыкант. А это ваш ремикс? Да, мой ремикс. Это ваш ремикс, собственно, вы делаете ремиксы. Что хороший микс, Майк. Да, то есть... Понятно, почему теперь вы так выглядите. А как вас называют ваш сценический псевдоним, скажите, пожалуйста? Кириакиди. Это моя фамилия. Мы желаем вам всяческих успехов. Я вам хочу сказать, знаете что, наверное, на уровне вот стиля, на уровне музыки, на уровне ремикса вы готовы, артисты. А вот на уровне конкурса «Голос Украины», вокального, ну, не было в припеве там того вот мяса, как говорят иногда музыканты, вокалисты. Но это вам и не нужно. Мне кажется, вы со своей музыкой гармонично, очень современно. Я вам желаю удачи и успехов. Спасибо. В победе. Победе над шоу-бизнесом. Я просто ближче підійду, хочу подивитися на костюм, бо я погано ж бачу. Може, ми Саше крісло поближе поставимо? Це ж не шоу «Голос Фешн», модний музикант. По аранжировці стилю нажимає всі кнопки. Зачет. Я прийшов сюди взяти урок.
О. Вот, и вы сейчас мне очень много дали знаков. Я придумал такую вещь. Носи черный свет, но неси светлую музыку. Я с вами. Я так и понял. Потап, ну ты посрамлен. Почему? Ну, ты наоборот, куда ты мое приедешь? Дело живет и процветает. А. Мама, ты слышала это? Спасибо. Очень хороший ремикс. Очень хороший ремикс. Да, классно. Все круто сделал, прокачал. Мама, папа, давайте тепер це кажемо. Привіт, виступив модний виконавець на модній сцені.